штанину обтряхнуть, Юрий. Здравствуйте, дорогие друзья. Вот и закончился наш первый сезон программы «Вдуть». А вместе с ним и бюджет на съемки, и интересных людей. И вот наши студии сегодня никому не интересны, никому не известный человек. И у меня возникает один вопрос. Кто ты? Меня зовут Даша Кирпич, я блогер по совместительству мастер бабочек, а также мамина радость. Ну, а почему Кирпич? У тебя фамилия связана с кирпичом? О, какой это оригинальный вопрос! А почему вы Дудь? Ну, потому что у меня фамилия Дудиков. Но вы же не взяли псевдоним Додик. Ладно, поехали дальше. Юрий мямлит суть, мямлит Юрий. Вот сейчас ты крутишь этот спиннер. Зачем ты это делаешь? Ну как же, чтобы всем показать, что я не старперша, я в тренде. Йоу! Смотри, мне уже 18 лет. И многие в моем возрасте думают, куда пойти учиться дальше и куда переехать жить. Но не я. Я же думаю, что добавить в свою коллекцию свинки Пеппы. Ты коллекционируешь свинку Пеппу? Да, хочешь покажу? У меня есть такая игрушка свинки Пеппа, есть вторая игрушка свинки Пеппа, есть вот такие красивые наклейки свинки Пеппа, есть вот такая маска свинки Пеппы, есть пазлы свинки Пеппы, есть вот такие влажные салфетки свинки Пеппы, также у меня есть заколка свинки Пеппы, вот такой браслет свинки Пеппы и значок свинки Пеппы. Я даже не знаю, что сказать. Просто говори 15-й год. Юрий пнул свой мяч прямо со всей дури. Дарь, сейчас вопрос, который задаю всем своим гостям, пришедшим ко мне. Сколько ты зарабатываешь в месяц? Я зарабатываю 3 миллиона. Рублей? Долларов! 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 Три ляма! Три ляма! Ей 18... Да я и то 20 тысяч рублей в месяц зарабатываю! Ну, знаешь, это неплохой заработок для подростка. Да. Стой, ты реально поверил? Я думала, те гости, которые приходят к тебе, всегда говорят эту цифру на бум. А мой реальный заработок — это те деньги, которые мне мама дает на обеды. Вы уже ездили на поезде, летали на самолете, плавали на яхте, и вас уже ничем не удивить? Тогда Бассали специально для вас. Незабываемые поездки в деревню на комфортабельном автобусе ПАС, переполненный бабульками, не оставят вас равнодушными. А выбрать удобный рейс вам поможет сайт Бассали. Заходим, выбираем понравившееся нам место и едем. Бассали. За проезд передаем. Юрий, вилкой ткнуть, Юрий. Твоя самая популярная рубрика и твое самое популярное видео – тренер Галя. Кто она? Тренер Галя – это собирательный образ, и первым прототипом для нее послужила моя учительница по физкультуре, которая была в школе. Я помню, как она ходила в спортивном костюме и при этом в босоножках на голую ногу. А вторым прототипом послужило мое внутреннее я. Поэтому она такая получилась шикарная, уверенная и спортивная личность. А сама ты спортивная? Да, конечно, я очень спортивная. А сколько ты уже занимаешься? 2 дня. Юрий, банки круть, банки Юрий. И, наконец, блиц-опрос. А чай или кофе? Вода. Тогда вода с газом или без газа? Ну, если я ее покупаю в магазине, то обязательно с газом, потому что без газа я могу и дома попить. А если ты встретишь Владимира Владимировича, то что ты ему скажешь? Здравствуйте, дядя Вова Владимирович, а я вас с утра по телевизору видела. И напоследок. У нас в программе принято дарить подарки. Но не мы дарим подарки гостю, а он нам. Так что же ты нам подаришь? Первоначально я хотела подарить кирпич. Но так как вы не продавали поштучно, да его бы все равно пришлось бы мне тащить, я вспомнила, я же еще помимо блогерства мастер бабочек, то я вот сегодня подарю вам такую красивую бабочку ручной работы. Ну, слушай, неплохой подарок. Как раз подойдет к моему костюму. Погоди, стой. Я думала, ты ее разыграешь или отдашь зрителю, который придумает интересное задание. Ну, тогда задание такое. Подписывайтесь на канал Даши Кирпич, ну а потом делайте, что хотите. Я пошел.